Отчислен из института безработный. Теперь у 20-летнего жителя Саратова новый статус – подозреваемый. На дело предполагаемый злоумышленник пошел, как говорит сам, обидевшись на микрофинансовые компании. Каждые две недели мне приходит сообщение, что вам предварительно одобрено 30 тысяч рублей. Я иду, опять мне отказ. А мне деньги нужны были, чтобы долг закрыть. В очередной раз, услышав отказ, молодой человек вооружился и вернулся в офис. Выдвинул в сторону кассира пневматическое оружие, чтобы она вытащила деньги. Забрав 3,5 тысячи рублей из кассы, подозреваемый скрылся. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Антикриминал» преступление было раскрыто по горячим следам. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 162, часть 2, разбойное нападение. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения сроком до 10 лет и штрафа 1 миллиона рублей. Сотрудники, принявшие участие в раскрытии преступления, будут поощрены правами руководства Главного управления МВД России по Саратовской области. Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов, Нарек Хачатрян. Вести, дежурная часть, Саратов.